Употребление и продажа наркотиков. Задержан 31-летний житель Махачкалы, при личном досмотре у которого было обнаружено 40 таблеток трамадола. Позднее при обследовании квартиры подозреваемого полицейские обнаружили еще 460 капсул аналогичного препарата. Установлено, что эти сильнодействующие вещества он приобрел для личного употребления и последующей реализации. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Откуда у вас трамадол? Взял через сайт. Через сайт взял, получил на почте и домой принес, короче. И принес, ну, пришли домой ко мне. Какое количество вы заказывали? 50. Так, 500, точнее. Ну, получается 40. 460 штучек. В общем, да? Да, 460 штучек. Так, а для каких целей вы его заказывали? Употребление. То есть продавать вы его не собирались? Ну, употребление и как бы, ну, как бы, если это считается сбыт с товарищем, там вместе пополам. А там уже кто, не знаю, он что собирался делать, то он нет. Давно вы употребляете? Да. Сколько лет уже? Года 2, 3, 4. Ну, даже 3 точно.